Привет, друзья, мы в Варанаси. Мы даже не заселились и сразу пошли искать рикшу и ехать ремонтировать нашего бэби. Бэби-госпиталь в компьютерный. Это всего километр. Ой, лишь бы починили, я прямо аж в таком волнительном состоянии. Я помню, в Гакарне на старом своем компьютере Lenovo я разбила экран, и все, я в такой прострации была, я, естественно, не могла не работать, ничего, и так огорчилась. Смотрите, как вот он спит, так. Вот мне, например, надо покрутиться, повертеться, и я не смогу уснуть на таком. Ну, он сильно уставший. Вот, и Саши говорит, давай я поеду в Бангалор и починю. Я думала, это невозможно, но он взял мой компьютер, уехал в Бангалор, починил, и на следующий день там, или через день приехал. Это было невероятно, но молодец. Сейчас он меня тоже поддерживает, говорит, все будет хорошо. Компьютеры – это всего лишь компьютеры, их можно починить. Ой, а мне все время кажется, что все пропало, шеф, все пропало. Диван-компьютер. Какие-то божественные компьютеры. Давай, выходи, спроси. You will ask somebody, да? Ага, давай. Он позвонит этому божественному компьютерщику. А вот Шри Госпиталь. Как будто бы намекает мне, что все хорошо. Госпиталь есть для твоего бэби. Лишь бы это не такой, как у меня в Санкт-Петербурге был Артем, который за 14 тысяч мне телефон доломал. 18 тысяч стоил телефон, а он мне за 14 тысяч его доломал. Девочки, циркачки. На канате, но ни одного зрителя. Нам дальше ехать надо. А, Google сказал, здесь лучше. Там тоже еще есть один компьютер-центр. Levi's. Что-то мы пока не нашли лучше. Саша пошел в Levi's спрашивать, где этот лучший компьютерный центр. Ой! Город Шивы. Шивы же разрушитель. У нас тут все время что-то разрушается, но правда это уже давно зрело, назревала эта проблема. Она изначально назревала. Компьютер я купила с некоторыми какими-то недоделками. Два или три раза отправляли мы обратно на завод. Они нам возвращали как бы доделанная. Вот. А на это я даже не жаловалась, что не очень контачит. Иногда отконтачивается этот провод. Потому что там были другие проблемы. Я не думала, что он вообще перестанет контачить. Я думала, так пошевелишь, и нормально. Ну, так и было. А потом все хуже. В Гоа уже совсем было плохо. Не знаешь, как это сделать, чтобы он работал от электричества, а не от батарейки. Давай. American Tourister. Наши любимые чемоданы. Вот он, Divine компьютер.
Asus. Это внушает доверие, потому что у меня Asus. Что-то мне так волнительно этот компьютер у них оставлять. Они говорят, подпишите каждую деталь. У них ни одного починенного компьютера, они их куда-то повезут. В 5 вечера типа приезжайте. Мне даже не верится, что к 5 вечера они все это сделают. Я не успокоюсь, мне будет все время на сердце тяжело, пока вот я его назад не получу и не проверю. Он говорит, у вас плохая батарея. Я говорю, отличная у меня батарея, не надо на батарею грешить. Я знаю, что у меня плохое, я вам объяснила. Открыли, закрыли. Саша опять ругается. Он говорит, хорошо. Хорошо по хинди говоришь. Он говорит, я с Пенджаба. Классно. Very good. Ободрано, правда. Но это не важно. Все хорошо. Горячая вода есть. И главное, шкафчик есть. Это важно. Вот это важно. Сюда разложим нашу одежку. Ой, теперь мы должны отдохнуть. Can I leave there because for computer place more? Все, друзья, всем пока. Волноваться не перестану, пока компьютер свой не верну назад. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока. Вид-то надо посмотреть. Ой, какой прекрасный вид на этот храм. Замечательно. Ну все, друзья, всех обнимаю, всех люблю, всем всего хорошего. Ой, буду держать в курсе. Надеюсь, все будет хорошо с моим бэби. Наступил вечер, я прямо с волнением и с трепетом возвращаюсь в этот магазин. Очень мне страшно, очень. Я такая паникерша. Ой, там люди, это радует. Ой, короче, сделали. Я так переживала. И я еще и переживала за то, что начнется развод. Что, ой, мы такие запчасти вам вставили. 1500 всего. Причем, как и договаривались изначально. 1500, да. Все, сейчас мы положим ее, нашу детку, в комнату и пойдем на Гангу. На лодочке кататься на закат. По сансет. Папа, thank you. Сомневалась я, что-то какие-то они мне подозрительные показались. Мы едем туда, я сижу вот в такой же позе, он смотрит на меня, смеется. У тебя, говорит, веры мало. Я говорю, чего ж мало-то, если я вот еду и всю дорогу молюсь. Вот. Но я только, конечно, это... На чужих примерах могу подбодрить, типа, если у проблемы есть решение, то не надо волноваться, а если нет решения, то волноваться тоже глупо, т.д. Вот это все, это я могу советовать. А сама, когда в ситуации нахожусь, то мне, конечно, чужие советы, особенно свои, не сильно помогают.
Поэтому вот с 3 часов до 5 я тупо волновалась. Попыталась поспать. Сашита хорошо заснул, хотя ей кровать уткие. Но она такая тяжеленная, что она не шевелится от того, что я верчусь. У нас же такая проблема, что он говорит, я думал, ну вот в этом, в Таиланде, я, говорит, ночью думал, что землетрясение. Кровать шевелится, шевелится. А это я кручусь, лягушонка в коробчонке. Они там какие-то легкие, невесомые, как раскладушки были. Вот. А здесь такая, как, не знаю, цементная. Она вообще не шевелится, когда я верчусь. Я говорю, как ты, бедный, себе выживешь? Приходится спать на одной кровати. Он говорит, выживу. Мы в этом с тобой отеле не первый раз. Ой, конечно, это. Давай. Вот почему это многовековая или тысячелетняя привычка у них все бросать на пол, потому что были раньше одноразовые вот такие вот стаканчики глиняные. Они их бросали на пол и разбивали, чтобы больше еще раз не использовали. И, видимо, засело за поколение и поколение в головах, что можно бросать. Ага. Во многих городах еще так и осталось. Вот такая вот керамическая посуда одноразовая к чаю. Стоит копейки. Вам сода, сода. Купи мне соды. Они что там, мамошки, мамо продают? Вот такой маленький стоит 15. Этот побольше, он 25 стоит. Саши задыхаться стала от возмущения. Я, говорит, в Таиланде платил 50 бат. Ага. Обратно переходим на подсчеты индийские, сравниваем, он говорит, я там и того, и этого поел, и это всего лишь там на 70 бат в Индии, если считать. А тут на 50 бат я только чай попил, в Таиланде, вернее. Вот. Здесь дешевле жизнь, однозначно, конечно. А отель, кстати, очень хороший, 700 бат, 700 бат, да, это около 2000 рупий. А здесь, I think about 3000 рупий, да? У нас 2,5 здесь отель стоит. Плюс такс, налог. I only stay because they have to pay my money. Otherwise, да. I can go to a nice hotel. Uh-huh. They put masala. Масала или какао, что они там насыпали. Масала? Ой, nice. Вкусно, да? Be careful. Nice. Marina would like it. Марине бы понравилось. Давай мы тебя сфоткаем, Марине. We will make photo for Marina, your photo. Yes. Там такой интересный чайничек, дырявый почему-то, зелененький. Сейчас, sorry. Вот мне этот парень мешает запечатлеть такое произведение искусства. Зачем чайник, если он дырявый? Зачем-то надо. Может, он как светильник работает. Ой, как я рада, мне теперь... Привет, привет.
Мне теперь работать всю ночь, но я очень рада. I left, I think, at home, Candy. Sorry. Тут где-то написано... Why you decide the engineer? Somewhere they put a sign. Он говорит, там написано инженер Чайвала. Саши спросил, ты инженер? Он говорит, нет, мой брат инженер. Ну, в общем, мне нравится, когда ребята образованные, помогают родителям в свободное время вот заниматься их бизнесом. Лейта, ну ты. А, окей, да, окей. Отель Хайфа. Такой современный. А здесь вот такой темпл со змеями. Дороги здесь не широкие, движение интенсивное. Пани-пури, разные там эти заливочки, подливочки. Я пока не хочу. Я так счастлива, что я получила своего бэби. Пиццерия, кстати. Хорошо. Там на берегу тоже есть пиццерия. Ага. И здесь пани-пури. И много-много ведер с подливками, с разными. Солеными, сладкими. Смотри, сколько хануманов. Будды, хануманы. Тесно, здесь очень тесно. Не пройти что-то. Байком вообще не проехать. Людям тоже не пройти, не говоря уже о машинах. Ну, это я не знаю, папа. Пролезла. Это все уже исторические здания, которые нельзя ни сносить, ни подвигать. Я, кстати, из самолета сегодня выходила тоже, я же все про свои перья. Вот, нам этот трап, коридор пододвинули, и я такая смотрю, а там столько перьев. Ну понятно, наверное, голуби подрались, успели на этом трапе, повыщипывали друг другу перья. Ага. Но я обрадовалась, думаю, наверное, это мне опять же знак. Вот. А еще он мне сегодня говорит там в Дели. В воскресенье, наверное, выходной. Завтра поедем, часов в 11. Блин, я до завтра буду волноваться, не переставая. А сегодня он говорит, ладно, давай, я узнаю, я позвоню. Если работают, едем сегодня, а потом уже на Гангу. И все так и получилось. Thank you. А солнце-то уже село. Ой, а что там такое на той стороне? Other side. Вот, вот they have. Намасте.
Мы успеем. Вот эти ступеньки, спуски к воде, называются гхаты. Здесь несколько километров тянется Варанаси, и вот оно все с гхатами. Я спрашивала местных, они сами даже точно не знают. Кто-то говорит 72 гхата, кто какие другие называют цифры. В интернете тоже разные. Очень неудобно, но он боится меня потерять, что ли. Тащит за руку. За руку не очень удобно. Или боится, что я поскользнусь. पिछले साल गए थे अभी 100 रुपए सवारी है सीएनजी बोट है इसलिए अब आप समझ लीजिए उसके बाद बैठिए На каждом хате, почти на каждом, пуджа будет вечерняя. Это очень красочное зрелище. Но я поняла теперь, что он меня тащит. Чтобы я не поскользнулась. Да. Мама. Мама. Куда? На эту лодку? Не, я сам, говорит, свою заволоку. Не надо ей помогать. Давай сядем сюда. Куда? I will check. I must have gone. Ой, папа, ой, папа, папа, лови назад. I just put it. Это маленькая обзорная, да? Beautiful life. Каждое место 100 рупий в этой лодочке. Сейчас прокатимся туда-сюда. Ага. बात नहीं है बालू बनाया हुआ है लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा है
получше знает, так и не отпускает. Вроде бы идти удобнее, one by one. Но тащит, боится потерять паровозик из Ромашково. Мы нашли заведение, кафе, пиццерия. Цены такие приятные. Особенно после Бангкока. Паста 169 рупий, а white соус пене паста, red соус пене паста тоже 169, pink соус пене паста 189, а пицца, вот мы заказали пиццу небольшую, мы не очень голодные, 229, я думаю, или 179, наверное, S. В общем, посмотрим. Супы есть. Вегетарианский 99, ой, овощной, вернее, sweet corn, это кукурузка сладкая, 99, лемон кориандр суп, hot and sour суп 99 и манчоу суп 109. Вот супчики я люблю, завтра, может, супчик надо. А нудлы, маги вон вообще дешевые, 79. 89, American Corn Chili Maggi 89, Garlic Bread 139, и у них есть Veg Manchurian 179, Crispy Baby Corn 179, Chili Baby Corn 189, Paneer Manchurian и чили панир. Мне кажется, это тоже вкусно. Саша увидела вот эти рулетики, все, говорит, хватит. Врапс они здесь называются. А спринг роллы в Таиланде они называются. Тандури панир врап. Чат пата корн врап. Ну, в общем, понятно. И нудлы вот недорогие, 119 веч нудл, чили гарлик нудл 129, панир нудл 139 и чаи по 49, ассам, дарджилинг, джинджер чай 49, масала 49, джинджер лемон хани 59 и грин ти тулси 59. О, спасибо. Перфект сайз, папа. Перфект сайз. А сколько всяких? Почему? Жарко же будет. Снэк с дрессингом. Ты свою половинку. Майн нот. Куда ты? Вот ты уже все, да? This one. Вот это вот. Три and mine три. Три and три, да. Okay. Мое нет, не делает. Я сейчас попробую. I will try what you did. Приятного аппетита. Вон аппетит. Шумный такой город. Но у нас отель в тихом месте. Это хорошо. И не на Гхатах. Там тоже вот эти вот и дворцы, и все это тоже отели. Многие, не все, но многие. По разным ценам и очень дорогие. Ну и есть более-менее доступные. Но туда транспорт не подходит, как вот у нас. Давай. Чай маленький хочет. Шейк. Наверное, 50. This price is, but I don't know. What is it, 50? Холодный кофе, 50. Ну вот что они пьют там? Шейк. Шейк. Чай сколько там? Разворачивайся. Не написано. Ласси. Может, что-то празднуют. Шарики ей купили. Коктейли. Фотографируются с коктейлями. 50 рупий такой коктейль стоит, шоколадно-молочный. Рядом с нами вот Кавана отель, новый какой-то, весь в огнях,
И вот у нас удаляемся с шумной улицы. И тут так хорошо. Еще и там темпл. Правда, что-то они его не освещают. Но не важно. Вот все, друзья. Всех обнимаю, всех люблю. Счастья, здоровья, добра и процветания. Радости, гармония. Вот, по-моему, наши окна. Туда вот выходят. На втором этаже. Берегите себя, берегите друг друга. Мир вашему дому.